Всем привет! Blender 2.91. Вот такого льва я делал года полтора назад. Кто смотрит ролики, возможно, его узнает. Он выглядел раньше вот так. Большое спасибо Максу Надольному, который помог с этим делом разобраться. В принципе, это вся информация от него. Ну, давайте разбираться. Чисто конспектируем. Возможно, кому-то это все дело пригодится. Как вот сделать шерсть вот на такого льва. Так, выбираем льва. И первым делом нужно сделать ему вертекс группы. Так, находим вертекс группы. Создаем две штуки. Переключаемся на верхнюю. И давайте зайдем теперь Width Paint, рисование весов, и немножко тут порисуем. F английская уменьшает вот этот вот радиус. Так, N панель, включу Screencast Key, чтобы вы видели, что я нажимаю. Выберем нашего вот этого персонажа и теперь давайте сделаем ему Levels. Включаем Levels. И немножко ползунок. Так. Не хочет он отвечать. Но тогда будем красить. Самостоятельно все это дело в красный цвет. Вот так вот. Так. Все это дело закрашиваем. Вот таким вот образом. Это мы показываем, где будет волос большой. Где маленький. Вот так как-то. Это значит, у нас полностью будет красным цветом все закрашено. Вот таким вот образом. Так, теперь нам понадобится зеленый цвет. Выбираем, давайте микс, интенсивность поменьше, проверяем, интенсивность чуть-чуть побольше. И вот рисуем вот это все дело в зеленый цвет. Аккуратненько все, вот где нос. Так, голову раскрасили, давайте теперь вот это тоже уши сделаем, вот эту часть. Так, что у нас тут получается? Итак, уши зеленые, здесь красным подкорректируем, смотрим, чтобы все было закрашено, вот таких вот, чтобы казусов не оставалось, смотрим еще со всех сторон и называем вот эту группу по-английски Lendh, Enter, переведем ее вниз. И теперь настроим вот эту группу. Назовем ее Short. И закрашиваем всю эту тушку именно в красный цвет. Так. За исключением рта. Рот будет синий и над губами чуть-чуть зеленого. Вот так как-то. Пока большой кисточкой красим, потом
можно будет уменьшить и кое-где подкорректировать. Так, это значит F большая. И вот так я всю красный цвет замазываем. Опять же смотрим со всех сторон, чтобы ничего не забыть. F английского уменьшаем кисточку. И вот здесь вот все вот эти части, которые, где волоса не должно быть. Или как она, сейчас посмотрим. О, где-то что-то, наверное, в таком духе. Еще F уменьшаем. И красным проходим вот так вот по рту. Так. Находим теперь синий цвет. Это сабтрек тут этот. Так вот. Ну, как-то вот таким вот образом. Итак, теперь у нас есть настроенные веса. Заходим в Object Mode. Смотрим, что вообще у нас происходит. Это у нас есть текстура. Находим теперь или модификаторы. Подключаем Particle System. Вот таким вот образом. Заходим в систему частиц. Находим Higher. И у нас вот получается волос. Advanced. И здесь мы его можем поднастроить. 20 тысяч. Number, seed 0, здесь ставим 0,06. Так. Итак, вот у нас преобразился волос, начало положено. Точно так же можно подставить в объект и быстрый эффект. Это вот эффект волоса. Ну, будем пока вот таким способом все это дело настраивать. Теперь поехали дальше. Значит, нам нужно теперь подключить. Вот когда мы Advanced подключили, у нас теперь появляется Velocity вот это. Вот нужно Velocity наклон вот этих именно волокон волоса проверить. Так, это вот он кверху тянет. Ctrl-Z. Значит, так, нам надо вот как бы в бок наклонить. Это значит по Z. Это не в эту сторону. Так, так, так. А эта штука тоже не туда. Значит, на минус уходим. Это вниз. Ctrl-Z тоже неинтересно. А по Z само то. Вот, чуть-чуть ставим. Можно еще чуть-чуть. Во. Настройка прошла. Так, что тут на морде? Что во рту? Идем, настраиваем дальше. Пока вы вот здесь вот все не настроите, здесь вот изменять и сглаживать, расчесывать вот этот волос, ну, в принципе, не рекомендуется, потому что все вот эти настройки у вас пропадут. Вы потом сюда не попадете. Так, и рандомизацию давайте поставим. Тысячных. Так, вроде как получше будет. Идем дальше. Значит, так. Находим children, вот этот. Ставим интерполяция. Здесь поставим 20. Здесь поставим тоже 20. Рендер. Амур какой-то. И 1000 оставляем. В принципе, вот это вот
пока вся настройка. Вот такой вид. Теперь нам hire нужен. Hire, shape, hire. Тоже здесь минус 0500. Здесь ставим 003. Так. 03. Enter. Тип ставим 0,05. Так, 0,1 диаметр оставляем. Теперь поставим вертекс группы, который у нас есть. Значит, density это short, а второй это length. Так, что-то вот в таком духе это дело получается у нас. Теперь находим, где мы вот это поставим, интерполяция и в none. Зачем? Чтобы мы могли это дело все расчесать. Потом переключимся опять в интерполяцию. Вот в эту. Так, интерполяция, еще посмотрим, что тут происходит. Так, hire shape. Чуть 500 поставим, минус 0,500. Ну, в принципе, все настройки есть. Физика. NendNode. Смотрим еще, чтобы ничего не забыть. Close тип стоит, все здесь включено. Ну и все. В принципе, все настройки есть. Ставим None. И теперь заходим в Particle Edit. Здесь, значит, мы причесываем все это дело. F чуть-чуть можно прибавить. И где-то вот по направлению вот сюда вот подчесать этот волос. Пригладить его. Ну, наверху чуть-чуть дыбится, не без этого можно чуть оставить. Смотрим, что у нас с этой стороны. Так, чуть вниз, живот чуть-чуть подберем и вот эти лапы чуть-чуть подкрутим. Вот в эту сторону, понежнее. Так, F, кисточку можно поменьше теперь. Вот здесь на подбородке подприбрать. Так, здесь чуть... От носа, значит, от носа уходят они как бы вот в эту сторону и наверх вот так. Или, а, не, в сторону носа, по-моему, идет. Так, здесь в сторону скул. Здесь пусть топорщится побольше, будет нормально. Так, что на подбородке? На подбородке в разные стороны пусть уходит. Ну и снизу чуть-чуть. Где-то пусть под, ну, торчит немножко. Здесь тоже на лапах как бы, чтобы сильно не торчали. Ну и опять же, чтобы не были сильно приглажены. Вот так вот чуть. Пусть топорщится. Так, снизу можно сейчас будет удалить волос со ступни. И вот здесь вот хвост. Главное хвост. Так. Ну, теперь над ушами. Вот эту часть. Вот где уши. Чуть-чуть вот так вот распушить. Так. Немножко
поднять, приподать. С челюстей немножко тоже поубирать волос. Размер F чуть побольше. И чтобы лысая не была наша кошка, вот здесь, наверное, чуть-чуть приподнимем. Как бы кверху чуть-чуть вот так. Так, на голове в разные стороны тоже пустим пробором. Так, что у нас с ртом? Рот, вы видите, что у нас без волос, все нормально. Так, здесь вот тоже немножко приглаживаем. Даже можно немножко припустить. Здесь все-таки шея. И от шеи в основном висит волос. Так, на груди в разные стороны. На плечевой сустав уходит волос. Вот так вот. Чуть-чуть вот глажи сделаем. Заходим в Object Mode. Смотрим, что вообще у нас получилось. Вот такая штукенция. Интерполяция. Вот такой вот боксер, вот такая штука. И вы видите, когда мы начинаем разглаживать уже вот здесь, то здесь вот у Particle System мы это уже поменять не можем. Единственное, что можем сделать, это изменить вот настройки вот это Children и Hair. Так, с Hair что у нас тут получается? Значит, это оставляем то же самое. 0.03. В принципе, настройка нормальная. Так, здесь что? Armor. Length. Ну вот волос уже прикольный. Здесь все-таки так и оставляем 20. Здесь тоже оставляем 20. Ну вот такая штука. Ну а здесь уже надо приглаживать, значит, побольше. Ставим нон. Заходим в Particle System. И чтобы он не был у нас такой сильно пушистый, придется его немножко побольше сгладить. Теперь зайдем в шейдинги и добавим цветности ему вот это вот. Металлика и roughness. Ну, чтобы он не блестел, конечно, ну и цвет более-менее нормальный такой был. Оттенок можно с subsurface вот этим чуть-чуть посветлее сделать. Или убрать его чуть-чуть. О, вот таким вот образом. Так, смотрим, что не так. Так, 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 что не так? А не так у нас вот здесь вот над ушами. Ну и над скулой вот этой.
Заходим в Particle System и опять же это все дело понежнее вот так вот надо пригладить. Ну, такой вот способ где-то что-то еще подгладить. И в принципе получается неплохой лев с шерстью. Так, теперь поднастроим свет. Так, это значит лифт. Переключимся на вот такой вид шейдинга. Поставим солнце и поставим, допустим, семерку. Повернем теперь источник солнца R вот в эту сторону G. Так, G еще раз вот так, R. Ну и посмотрим, как это все дело выглядит в камеру. Настроим камеру G, R. Семерка на нампаде, значит, G, 0, R. G. Вот так все. Ну и немножко солнце нужно подрегулировать как-нибудь вот так. Так, 0. И получается вот такая штука. Так, лифт. Чуть-чуть свет поменьше. Вот так вот. Зайдем в шейдинги и сделаем его немножко потемнее. Так, так, так. Ну вот получился вот такой котопес. Итак, пока вот такая настройка, еще буду экспериментировать что-то с ним. Именно потом буду выкладывать с ним еще ролики, наверное, что будет получаться, чтобы вы могли это дело все видеть и подкорректировать.